Когда кончается дачный сезон, то очень жалко расставаться с любимыми растениями, цветами, пряными травами. Я предлагаю с участка переместить их в дом, где они не только будут радовать глаз, но принесут и пользу. Что же можно взять с собой с участка? Розмарин, чабрец, мяту, мелиссу. Все пряные травы, которые вы можете употреблять в кулинарных целях. Это могут быть цветы. Тагетис или бархатцы прекрасно будут украшать ваши подоконники и еще улучшать состав воздуха в квартире. А что же забрать с собой с овощных грядок? Перцы, мелкоплодные перцы будут прекрасно себя чувствовать и на подоконниках. Итак, начнем с пряности. Первым делом выкопаю розмарин. Он хорош в приправах, супах и вторых блюдах. Розмарин – это субтропическое растение, поэтому ему нужна умеренно холодная зимовка. Это может быть утепленная терраса. Подальше от батареи, поближе к холодному окну. На улице в Подмосковье мороз бы погубил растение, а дома мы его передержим до следующего сезона. На очереди мелисса. В нашем климате это стабильное растение, оно прекрасно зимует, но ее хорошо иметь зимой на подоконнике, но ароматный чай с ней прекрасно успокаивает нервы. Теперь выкопаю немного чабреца. Это универсальная пряность, ее используют и в чаях, и в мясных, и в рыбных блюдах. Переходим к перцам. Перцы вообще это многолетние растения, и они прекрасно себя чувствуют дома. Урожай можно получать и в зимнее время, поэтому лучше их забрать с огорода в дом. В природе существует более 1000 видов разных перцев. Поэтому вот такой вот мелкоплодный, он может быть и декоративным, и полезным. Это обыкновенные красные перцы чили, очень острые, поэтому аккуратно добавляйте их в блюдо. Я очень люблю острые, поэтому эти перцы добавляю в любимый суп том-ям, который сама варю. Наши огородники воспринимают перцы как однолетнее растение, забывая о том, что это все-таки многолетнее. Уже при 10 градусах тепла перцы себя чувствуют угнетенно и погибают. Но если их перенести в дом, то срок вегетации продлевается. Заберу-ка я с собой домой и бархатцы. Они своим ярким цветом порадуют меня в тоскливые осенние дни. В наших садах садоводы выращивают канны. И на зимний период их корневища убирают обычно в подвал, забывая о том, что еще до самой зимы они своим цветением могут радовать нас. Полюбуйтесь на серебристые листья цинерарии. Я ими обычно украшаю старые шарики новогодние. Получаются дизайнерские украшения для ели. Они прекрасно будут чувствовать себя на подоконнике. В каждое растение надо добавить свежей земли, уплотнить ее и обязательно хорошенько полить. Осталось только все это богатство опрыскать инсектицидом для того, чтобы не захватить с собой уличных вредителей в дом, таких как паутинный клещ, тля. Ну что ж, пора на зимовку в дом. Большинство из этих растений зиму бы в саду не пережили. Дома же у них появился шанс выжить. Они всю зиму будут радовать вас не только своим видом, но и вкусом. Только не забудьте в следующем году отправить их обратно в сад для того, чтобы они набрали сил.